выполнили меньше, чем наполовину. На очередном заседании областного кабинета министров обсуждали исполнение плана мероприятий по реализации послания губернатора Самарской области. Программой действий предусмотрено выполнение задач практически во всех сферах. Повышение эффективности, управляемости экономики, развитие жилищного строительства и ЖКХ, дорожной и транспортной инфраструктуры. АПК, экология, туризм, повышение эффективности работы власти на местах. Среди позитивных моментов отмечают сокращение очередности в детсады, увеличение зарплат бюджетников, рост сельхозпроизводства, модернизация в сфере энергетики, а также интерес инвесторов к региону. Замечания тоже есть. Они касаются, например, ремонта дорог. Пока показатель исполнения посланий на уровне 42%. Но до конца этого года все успеют, заверили руководители профильных министерств и ведомств. Давайте себе тоже поручение запишем, вот, провести еще раз, посмотреть анализ тех неисполняемых пока в настоящий момент поручений, принятых решений, и сделать по ним подробный такой разбор, чтобы мы понимали, в чем причина, что нужно сделать, чтобы они исполнили. Если причина объективно там, с бюджетом связана, где-то с тем недосбором доходной части, это одно. Если это организационная часть, это другое. Поэтому давайте вот оба этих мероприятий проведем в течение 10 дней.